Итак, мы заехали на заправку Лукойл. Сели мы за Лисалярку. Минус 27. На улице показывает. Минус 22. Оказывается, градусник. Очень нам умрет. Солярочка у нас. Замерзла прямо в шланге. Покупайте антигель, бля. Привет, котятки. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сейчас в интернете можно заработать и на квартиру, и на машину, и на отдых. И если вы хотите тоже так же отдыхать, так же зарабатывать, то переходите по ссылке, которая находится внизу видео. И удачи вам, алоха! Ничего интересного, поехали уже, давай. Ну, как минет твой, в принципе. Сережа! Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют. А ты достанешь доверху? С высотки, да, начну, да. Ну, наверное, достанешь. А мне так хочется. Блядь, мне тоже охота. Вообще жесть. Что это? Хрень? Будь здорова. Будь здорова. Я такому папу моему такую сделаю. Хочешь, я такую прическу сделаю? Кому? Мне. Нет. Это некрасиво. Если еще вот так, это очень... Как? Если еще вот так и все выше, это уже... Вот, хочешь, я такую же сделаю, буду такой же модной, как мальчик? Нет, он не модный, он некрасивый. Начал? Да. Лекцию по математике. Что значит не спать на практике? Расход, чтобы доказать, можно методом от противника. Скажем, предположим. Это генерал. Я тоже не отдохнул. Ах тут, враг не живет. Бумажных только. Ой, как я хорошо живу, блядь. Полный пиздец, нахуй, да. Нажимаем vibration. Он завибрировал. Так. Ну, собственно, примерно действие наш соседей. Берем телефон. Если мы вот так вот сделаем, то особо ничего не будет. Стоит только сделать так. И можно полностью воздействовать на соседей. Особенно ночью. Раз, два. Неплохо, правда? Ты кто это, блять? Я сука. Загоревший. Пацан на Мальдивах отдыхает. На велике катается. Снег вокруг. Сука. Тебе не холодно, братан? А? Бодряком. Иди, иди, иди. Ой, молодец какая, смотри. Молодец. Ой, молодец. Беги, беги, беги. Беги рыбку дали. Смотри, блядь, вообще это пиздец. Слава, это пиздец. Я сейчас лайков насобираю, наверное, блядь, на 3 года вперед. Сейчас придет сюда еще. Схоронит рыбу, бля, и придет. Вот молодец, детей. Смотри, ворачивается. Вот, смотри, бежит так, что, блин, я быстрее меня, во.
Ой, молодец какая. Она уже ручная, наверное, и здесь кормят все. Смотри, Слав, елки-палки. Ой, молодец какая, смотри. Вообще не боится, не боится. Слав, не трогай, пускай. Не, она не укусит. Вон еще, смотри, это смотрите, что делается. Ой, молодец какая, смотри. Ой, какая молодец. Нет, нашу рыбу это нельзя. Это нельзя рыбу. Это большая для тебя рыба. Ой, молодец. Как ее назовем? Если это самец, надо его Жорика назвать. Жорик, Жорик, Жорик. Не бойся, не бойся. Ой-ой-ой. Есть еще? Дай рыбу. Дай, Слав. Ну, она не зря пришла. Еще одну дай и все. И пускай идет. Иди, иди сюда, иди. Там что у нас? Чебак есть? Сейчас, Жорик, подожди, тебе чебака дадим. Сейчас, 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 сейчас. Не бойся. Ой, молодец какой. Красота какая. Иди сюда. Иди сюда, иди, иди, иди. О, иди. Бери. Бери, бери, бери. Вот так. Беги, беги. Все, корми, иди своих. Вот это да. Вот это прикольно.